Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Крашенин. Я сертифицированный тренер Академии Голтеса по исцеляющему импульсу. Так что же такое исцеляющий импульс? Это уникальная методика здоровления и укрепления организма, которая состоит из целых 5 составляющих. Первая – это философская мировоззренческая часть, которая называется «Открытое сердце». Второе – физическое упражнение. Третье – правильное питание. Четвертое – голодание. И пятое – это баня и закаливание. Что же вам дает занятие исцеляющим импульсом? Вы избавляетесь от гиподинамии, это малоподвижный образ жизни, особенно актуально в городских условиях. Далее обретаете стройное, красивое тело, не болеете и легко боретесь со множеством заболеваний, которые нас атакуют. Являетесь примером для своих родных и близких. Если у вас есть лишний вес, вы от него избавляетесь. Если же вам не хватает веса, то вы поправляете. И благодаря импульсу самое главное, что уходит такая болезнь, как старость. Все инструктора Академии Голтеса, как и сам Голтес, пропагандируют активное долголетие.